Давненько я не показывал вам новые видео про нашу стройку. А я знаю, что мои постоянные подписчики с интересом следят за этим плейлистом «Моя земля». Поэтому сегодня, пока еще не закончилось лето и пока еще стройка в разгаре, я хочу вам все-таки показать, что у нас изменилось со строительством дома за это лето. А изменилось очень многое, ведь прошло уже больше 2 месяцев с того дня, как мы купили второй участок рядом с тем, который у нас уже был раньше. Это лето выдалось очень насыщенное. Это и моя учеба в институте натуропатии, это перелом руки в лучезапястном суставе, причем правой, это и новые клиенты, и наша стройка, и огородные работы, которые все равно приходилось вести, несмотря на загипсованную руку. В общем, дело было не в проворот в это лето, но тем не менее дом вырос, и сегодня я хочу вам сделать такую маленькую обзорную экскурсию по нашему строительству. Своей будущей столовой, слушаю, как потрескивают дрова в нашем будущем камине, смотрю в свое огромное от пола до потолка окно, выходящее в сад, слышу пение птиц, жужжание пчел и жду гостей, которых я буду принимать в своем огромном загородном доме. Надеюсь, что это будет совсем скоро. До новых встреч, мои дорогие друзья. Ваша Баечья.